Администрация Ленинского района Самары проводит в своем телеграм-канале опрос для предпринимателей региона. Владельцев бизнеса, руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых просят оценить доступность и востребованность мер поддержки, действующих в период распространения санкций. Заполнение анкеты займет не более 15 минут. Пройти опрос можно до 22 апреля. В военном комиссариате промышленного района работает горячая линия по вопросам призыва граждан на военную службу. У призывников и их родителей всегда есть вопросы, связанные с правами и обязанностями, предоставлением отсрочек от армии, местом будущей службы и многое другое. Военный комиссариат промышленного района напоминает, что ответит на все вопросы и поможет разобраться в любой сложившейся ситуации по вопросам призыва граждан на военную службу. Телефон горячей линии 8 987 950 2390. Время работы с 9 до 16 часов. Администрация железнодорожного района сообщает, что 20 апреля в Самарской области отметят Национальный день донора крови. Впервые петербургский акушер Андрей Вольф применил переливание в 1832 году, чтобы спасти женщину с акушерским кровотечением. Спустя почти два века с момента первой трансфузии донорство крови по-прежнему остается единственной возможностью спасения для многих больных. Акция «День донора» пройдет 20 апреля в Самаре на станции переливания крови с 8 до 13 часов. Ждут всех желающих. В дни религиозных праздников на Пасху, Красную Горку, Радоницу, в Троицкую родительскую субботу, а также в День Победы в Самаре традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам. Стоимость проезда на маршрутах, как в муниципальном транспорте. Предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской».